полоска зеленая. За поворотом речка широкая. Объект Окунщука. На улице минус 10. Глубина знакомая, ее опять нет. Сколько метр? Глубина та же, метр. Первый окунь, быстренько. Дай-ка я сам посмотрю, каков он. Вот он, красавчик. Руки трясутся. Чувствую, что все они будут такие. На третий проводочке. Сожрал балансир. Да на первый. Кстати, пиявка. Пиявка стоит, значит. Наружу.
Шестой день начала, самое многообещающее. Мы поймали окуня за полчаса, килограмма 3, наверное. Машины 3. Раз кучка, два кучка. Вначале самый большой, потом мелочь начинает клевать. Такое впечатление, что поводится, потом на дырку просто менять, да? И вон еще кучка. Что же нам скажут жирлицы? Жирлицы нам как всегда скажут, уверенный, полный. Шестой день, жирлицы, одно и то же, ни одного загара. Сегодня ставил 15 штук. Ничего. Астрахань. Причем повсеместное явление у всех. Погода мерзкая просто. Градусов 10 минус, ветер. Но мы ждем вечернего выхода. Итог шестого дня рыбалки. Как речка называется? Зеленая? Нет. Толмачок. Нет, ну на русский зеленый. А? Вон смотри, сами еще продолжают ловить. Крупный, мелкий, клюет на безмотылку, на балансир, без разницы. Наверное, балансир сегодня получше. Вот он самый неугомонный рыбак. Все говорят, пойдем домой, Саша. Он говорит, нет, сейчас будет вечерний выход. Да он, наверное, будет. Очень короткий. Очень короткий, говорит. И даже рыбу он складывает отдельно. Вот его рыба. Спрятан, в соседи. Не все, конечно. Но это же бодяга. Интересный быт, конечно. Все время умиляли домики. Размер. Забор. Я его слепил из того, что было. Хотя они все тут такие. Строение вообще непонятно, что это. Одно строение симпатичное. Сруб. Фантастика.
строение. Внутри камыш, а сверху обкладывают глиной. Результат нашего улова окунь. Вкусный, все говорят. Нам приготовил его Лена. Он прекрасен. Где он с икрой самый главный? А где икра? Вот, она в перемешку с окунем идет. Да, да. Угу. Вот еще немножко у нас есть окуня. А это наш шикарный номер.